150 школах Ульяновской области существуют органы ученического самоуправления, созвучные с государственными формами правления. Это школьная республика, школьная дума, совет гимназии, совет старшеклассников. Ребята участвуют в предвыборной гонке, выдвигают свою кандидатуру на пост президента, назначают министров. В этом году гимназия номер 44 в Ульяновске отметила 21 год со дня создания школьной республики Гордарика. Директор учреждения образования Лидия Жуковская-Латышева отмечает, ученическое самоуправление прямым образом отражает систему наставничества. По крайней мере, по такому принципу эту деятельность они организовывают у себя в гимназии. Я считаю, что это очень важно, что взрослые наставники бывают тех, кто лидеры. Их тоже надо научить. Им нужно помочь стать, утвердиться, найти себя этим лидером. И поэтому у каждого, и у премьер-министра, и у президента, и у членов правительства, у всех есть свой советник. В одном из старейших школьных государств на днях встретились лидеры ученического самоуправления со всей Ульяновской области. На двух основных площадках президенты и премьер-министры школ поднимали актуальные для себя вопросы и говорили о возможном совершенствовании существующей системы управления. Мне кажется, что в школьном самоуправлении должны задействовать как можно больше ребят. То есть, когда самоуправление будет довольно-таки объемным, то есть там будет много людей, то только тогда оно будет реально эффективным. Однако за столами дискутировали не только на детские темы. Школьники-лидеры обсуждали последние тренды, выдвигаемые правительством Ульяновской области, как у себя в регионе, так и на федеральном уровне. Жаркие дебаты, конструктивные решения из узкого круга вылились в широкие массы. Мы понимаем, что ребята – это будущее нашего региона, им жить в нашем регионе, и мы хотели услышать их мнение по таким серьезным темам, как закон о статусе педагога, закон о молодом специалисте, благоустройство территории, оформление школ. Главным слушателем и критиком для ребят стал губернатор Сергей Морозов. Но прежде чем выслушать ребят, глава региона сам выступил с предложениями. Я вот сейчас говорю о том, что давайте мы уйдем от традиционных, так сказать, четвертей, скажем так, 5 недель учимся, 6-ю отдыхаем. Значит, давайте мы пообсуждаем вопрос о том, чтобы вы не там к 7:30, там к 8 часам бежали в школу, а может быть занятие, например, там для старшеклассников или для младшеклассников начиналось позже. По итогу встречи губернатор отметил несколько интересных идей, которые, по его словам, вынесет на суд своим коллегам. В частности, школьники предложили страховать молодого специалиста при первых шагах в профессии. Еще одна инициатива, которую отметил Сергей Морозов, касается дополнительного благоустройства рабочего пространства вокруг специалиста. Они будут работать с хорошим настроением, ну, а значит, они тогда будут зарабатывать хорошие деньги и в том числе выполнять те плановые задания, которые стоят перед компанией. Поэтому, Илья, спасибо огромное, классная идея. Надо, конечно, нам еще тут накручивать, развивать это направление. Глава региона еще долго не мог попрощаться с лидерами школы и изъявил желание встретиться с ребятами еще раз. Рената Льгулова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.